Это коротенькое у меня видео. Очень многие жалуются, что не краснеют перцы. Вот, говорят, кладут, они не краснеют, не желтеют, не спеют. Не знаю, я вот в воскресенье я привезла, сегодня четверг, и у меня начали сразу же они краснеть, желтеть. Ну, прямо на окошке, на подоконнике, что я вот смотрите, что делаю. Я кладу красные яблоки к ним. И вот смотрите, да, вот яблочко лежит, вот перчик. Почти весь желтый уже. Вот желтеет. Вот яблоко лежит. Тоже перчики. Желтый, желтый, желтый. Красный. Вот уже весь почти покраснел. Все были абсолютно зеленые, как один. Вот покраснеет, начинает краснеть. Смотрите. Вот, начал краснеть. То есть я не знаю, конечно, связано ли с тем, что я прокладываю их луками красными. Потому что я когда-то слышала, что ну, красное это кладешь, и они начинают быстрее краснеть. Выделяется какой-то... Так что там выделяют яблоки, красные яблоки в том числе. Либо красные помидоры. И все остальное начинает быстрее краснеть. Ну вот, результат вот такой вот. Поэтому... Попробуйте, возможно, вашим перцам именно этого не хватает.